Медикам Самарской городской поликлиники номер 3 передали наборы с горячим питанием. Врачи поддержали сотрудники администрации Ленинского района, депутаты, представители ресторанного бизнеса и неравнодушные жители. Таким образом, инициаторы акции решили поблагодарить тех, кто каждый день спасает жизни людей на передовой в борьбе с коронавирусом. Сегодня, когда растет число заболеваний и возрастает нагрузка на врачей, которые действительно титанические усилия прилагают к тому, чтобы сохранить здоровье наших жителей, очень важно позаботиться и о них. Социальные партнеры акции незамедлительно откликнулись на просьбу поддержать врачей. Все блюда для медицинского персонала готовились с любовью. Пытаемся помочь, пытаемся как-то поддержать врачей, жителей города в нелегкое и непростое время. Поэтому вот мы все, что от нас зависит, мы стараемся сделать. Сейчас в третьей поликлинике Самары работают 4 мобильные бригады, еще 3 бригады скорой неотложной помощи. По словам главного врача Александра Максимова, персонал занимается интенсивной работой ежедневно. Нагрузка на специалистов сейчас возросла в разы. Организаторы акции оказали поддержку докторам в самый нужный момент. Вот эта акция нам очень важна. Важно внимание, важно то, что мы люди, которые помогают непосредственно пациентам, тоже охвачены вниманием, и очень важная моральная сторона вопроса. Мы не будем на этом останавливаться, будем продолжать данные акции, потому что кто кроме нас? И хотели бы же также привлечь еще другие рестораны, чтобы они тоже поучаствовали в данных акциях. В октябре в Самаре уже прошли 2 социальные акции в знак благодарности врачам. Медики из поликлиники номер 3 и сотрудники 7-й больницы получили ланчбоксы. Работа в этом направлении продолжается. На следующей неделе докторам планируют передать средства индивидуальной защиты – одноразовые халаты и маски. Анатолий Головко, Максим Гусев. События.